Бело-синий-красный цвет – символ славы и побед. День российского флага – это праздник, который объединяет людей всех национальностей нашей необъятной страны. Дань уважения и памяти истории триколора отдали в Центральной библиотеке города Видное. История российского флага насчитывает в себя около 310 лет. То есть мы глубоко так никогда не знали этот флаг, не изучали его. А сейчас вот есть возможность узнать, познакомиться с этим поближе. В честь праздника сотрудники библиотеки подготовили для своих читателей небольшую выставку и увлекательную викторину, а также рассказали им об истории возникновения флага и значении его цветов. Белое – это свобода, откровенность, благородство. Да. Синее – это Богородица, верность, честность. Да, да, и красное – державность, мужество, смелость, любовь. Библиотека, безусловно, является сокровищницей знаний. На тематической выставке видновчане смогли узнать много интересных фактов и сведений о российском стяге. А многие читатели, как, например, Татьяна Бирюкова, решили взять книгу об истории флага Российской Федерации домой, чтобы познакомить с ней своих внуков. Память вообще дело великое, потому что память – это культура, и культура своего народа, и свой народ, и свое государство. Обязательно должен каждый ребенок, который живет в своей стране, в какой стране он живет, какой у нее флаг. И этим надо гордиться и прививать. Естественно, надо с детского возраста. Для молодого поколения, конечно, флаг – это символ, который нужно беречь и защищать. Все пришедшие в этот день не ушли с пустыми руками. Читателям вручили небольшой памятный подарок. Вот такой познавательный буклетик в виде закладки, теперь, надеются сотрудники библиотеки, будет храниться в книгах многих жителей Ленинского района. И всегда напоминать им об истории возникновения российского флага. Анастасия Воронина, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.